스마냐마 스마냐마 У меня появился переводчик. Я купила перевод. Переходчик. Зачем купила? Ну, в общем-то, я играла в Rust вместе с Shark-chan. И когда я познакомилась с Гурой, мне было сложно общаться. Я использовала Google переводчик, чтобы поддерживать общение. Разговаривать с помощью приложения было довольно-таки сложно в моей ситуации, поэтому я подумала, что будет легче, если я смогу переводить немного побыстрее. Так что я для этого купила переводчик. Меня зовут Нене Момо Сузу. Меня зовут Момо Сузан. Чего? Я купила переводчик. Я купила переводчик. Я купила переводчик. Я подумала, что с помощью переводчика я смогу поговорить с вами побольше. Я подумала, что с помощью переводчика смогу разговаривать с каждым из вас. Мы ведь теперь сможем классно поболтать. Конечно, мне надо уметь понимать английский. Английский на слух. Да, я думаю, это отлично работает в обе стороны. Выбор языка. Японский. I love you. Я люблю тебя. С Новым годом! С Новым годом! Потрясающе! Сейчас я смогу разговаривать с вами больше. ¿Puedo hablar más con ustedes ahora? ¿Puedo ustedes ahora? ¿Puedo ustedes ahora? Индонезийский, ага, хорошо. Привет всем. Hello, semuanya. Hello, hello, semuanya. Semuanya. Супер, я теперь и на индонезийском могу. С помощью переводчика я теперь могу и на английском, и на индонезийском. Круто. Жду ваших вопросов. Когда вы начнете их задавать, я воспользуюсь этим голосовым переводчиком и камерой Google переводчика, который установлен у меня на телефоне. Я стану самой крутой, используя эти технологии. Что ты ела сегодня на обед? Так, у меня получится. Я ела японский омлет тамагаяки. На обед был тамагаяки. На обед был тамагаяки. Яйцо. Яичный бутерброд. Яичный бутерброд для Неночи. Говядина или курица? Говядина или курица? Так, вопрос. Говядина или курица? Ну, представьте, что мы вместе путешествуем за границей. Конечно же, я буду есть хлеб. Конечно же, я буду есть хлеб. Конечно, я буду хлеб. Курица? Говядина? Да нет, хлеб. Мясной или куриный хлеб? Хлеб? Как хлебное вино? Откуда ты? Откуда ты? Откуда ты? Откуда ты?
Канада? Кленовый сироп из Канады очень известный, правда? Это правда, что кленовый сироп известен по всему миру? Это правда, что кленовый сироп известен по всему миру? Да, я смогу достать его в Японии. Я смогу купить его в Японии. Я смогу купить его в Японии. Например, куплю его на Амазоне. Окей, его можно купить на Амазоне. Окей, я хочу купить его на Амазоне. Слышала, что с помощью переводчика можно выучить язык, так что я постараюсь. Кажется, язык можно выучить с помощью переводчика. Я буду стараться. Буду стараться. Да. Это мое лучшее приобретение. С помощью переводчика я смогу поговорить с совершенно любым человеком. Вообще, когда угодно. Даже на индонезийском языке. Класс!